Это как так жить? Это соседи, которые живут над нами. Это посмотрите на комнату. Это что это такое вообще? Это здравый человек, здравомыслящий. Это что происходит вообще? За кадром голос негодующего соседа. В этой квартире, как выяснилось, живет человек средних лет, которого не оказалось дома во время возгорания. Дым почувствовали соседи, вызвали спецслужбы. Пожар удалось потушить, но вода с неприятным запахом попала к соседям, живущим этажом ниже. Это для чего копить столько бутылок? Это раз. Обратите внимание, что на кресле. Это фекалии кошек. Завершая съемку, пытаюсь выйти с этой квартиры. Выхожу. Стены черные до такой степени. Жильцы этого дома готовы обращаться во все компетентные инстанции, чтобы ликвидировать свалку в злополучной квартире. Ведь проживать здесь не только некомфортно, но и небезопасно.